мы начинаем День знаний. Главное событие дня. 1 сентября тысячи школьников области сели за парты. Двойной праздник у учеников 50-й школы Курска. Занятия по физической культуре теперь будут проходить на современном комфортабельном стадионе. Участие в торжественной линейке и церемонии открытия спортивного объекта принял губернатор Курской области Александр Михайлов. За 30 лет работы 50-й школы в ее стенах среднее образование получили тысячи курских подростков. Их наставники – многократные участники и победители конкурса «Учитель года». Одному из самых опытных педагогов школы Валентине Дмитриевой был вручен памятный знак за труды Отечества. Губернатор Курской области Александр Михайлов подарил школе-имениннице современную видеоаппаратуру, краеведческую литературу и комплект игровых мячей. Самый ответственный момент для учеников выпускного класса и трогательный для тех, кому школьный звонок звучит впервые. Самые маленькие школьники отправились на свой первый урок в классе. Учебный год для средних и старших классов открыл урок физкультуры. Строительство межшкольного стадиона велось около года. Легкоатлетическая дорожка, площадка для игровых видов спорта, турники, удобное поле с искусственным покрытием, которое выдерживает температуру от минус 30 до плюс 50. Очень здорово, что открывается стадион. Мы здесь будем заниматься, играть. Многие турниры здесь будут проводиться. Мы будем первый раз пробовать. Надеюсь, у нас будет получиться здесь все. На этом стадионе будут проводить уроки физкультуры не только ученики 50-й школы. Здесь будут тренироваться воспитанники детских и юношеских школ и даже профессиональные спортсмены. Условия позволяют. Жители микрорайона могут этим пользоваться. И вы увидите, что площадка вписалась удачно в стадион. Вот как раз в зону этого микрорайона. Сегодня там прекрасное место для отдыха, для занятий детям и взрослым. С Днем знаний учеников поздравил и председатель Курской областной думы Виктор Карамышев. Он посетил школу номер 17, автотехнический колледж и 21-й лицей. Пожелал ребятам успешного учебного года, а педагогам плодотворной работы. Наталья Рязанцева, Геннадий Воробьев, Владислав Костанюк, телеканал 7.